Наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни восклицал: какое счастье видеть этот мир, своих близких и друзей, красоту природы и искусства. Наряду с другими важными жизненными органами, глаза имеют не менее особую ценность. Утюжанка Анастасия Мелехина всю жизнь хотела помогать людям и своей профессиональной стезей выбрала офтальмологию. Окончив Великоустюгский медицинский колледж, девушка получила в Вологде образование офтальмолога и уже 6 лет помогает устюжанам видеть всю красоту окружающего мира. Как признается медик, проблем со зрением у людей много. Чаще всего к нам обращаются пациенты с близорукостью, дальнозоркостью, катаракта. Сейчас у нас очень много появляется глаукомных пациентов. Выявляются они у нас в ходе диспансеризации очень часто. Приходят на первый этап диспансеризации, измеряют нам глазное давление. Если давление повышенное, то направляют на второй этап диспансеризации. И к нам приходят уже пациенты, мы измеряем глазное давление по методу Маклакова. Если давление снова повышено, то мы уже отправляем на обследование в стационар. И там уже выявляют глаукому. Мы обследуем просто, хотя проверяем. С возрастом наши глаза теряют былую зоркость и фокус. Особенно у тех людей, которые очень много времени проводят за книгой и компьютером. Для этого врачи советуют делать простые гимнастики для глаз, кушать больше витаминов и обязательно раз в год посещать офтальмолога. Пациентам с сахарным диабетом и гипертонией рекомендуем приходить 2 раза в год посещать офтальмолога, пациентам с глаукомой 4 раза в год приходить к нам. Ну и так пациентам рекомендуем, конечно, раз в год обязательно офтальмолога посещать, чтобы избежать необратимых последствий. Кроме приема во взрослой поликлинике, устюжан лечат и в офтальмологическом отделении Великоустюгской ЦРБ, где работают 10 человек. 2 врача, сотрудники среднего и младшего медицинского персонала. Ежегодно в отделении под микроскопом успешно проводят до 300 операций. Функционирует 10 коек стационара и 11 коек дневного пребывания. В стационаре офтальмологического отделения пролечивается более 600 пациентов. День офтальмолога – хороший повод поздравить коллег. Желаю здоровья крепкого, чтобы было желание работать, чтобы чаще и отдыхали, успевали, да, и чтобы все было хорошо и в семьях, и дома, и на работе. Поздравляем всех специалистов, работающих в офтальмологии. Вы помогаете видеть мир в ярких красках, возвращаете зрение тем, кто уже потерял надежду. Желаем вам сохранять оптимистический взгляд на жизнь, крепкого здоровья, успехов в медицинской практике, новых свершений. Оксана Митинева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».